Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре электрошокер ASA669 Type. Хочется особенно отметить веселую упаковку данной модели, которая так и кричит о том, что шокера следует бояться. В комплекте сам шокер в удобном чехле для его ношения на поясе и провод для зарядки от сети 220 вольт. Корпус шокера выполнен из прочного изоляционного пластика, окрашенного в черный цвет. Удобно лежит в руке и защищает своего владельца от случайных попаданий разрядов тока. Сбоку расположены кнопки управления шокером, на задней стороне разъем для зарядки и световой индикатор. Также шокер оснащен ярким светодиодным фонариком, который отлично подойдет для того, чтобы осветить что-либо в темноте. Модель относится к первому классу электрошокеров и обладает выходным напряжением в 2,5 миллиона вольт. Такого разряда хватит для того, чтобы пробить одежду толщиной до 3 сантиметров. Короткое воздействие вызывает сильнейшую боль в мышцах, а длительное воздействие от 3 секунд и более способно привести к потере сознания у вашего противника. В общем, этот шокер – компактное, доступное и эффективное средство самообороны, которое не требует никаких лицензий или разрешений. Напоминаем, что мы не рекомендуем держать шокеры на зарядке более 2 часов, так как это может вывести из строя аккумулятор. Приобрести данную модель, а также ознакомиться подробно с технической информацией можно на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».